Итак, «Синий угол ринга» представляет боец клуба АГФ «Рига» Тимофей Удалов! Я тоже хочу! Сделай там! Пройдет по правилам Big Slams до 38 килограмм. Два раунда по 2 минуты. Тимофей Удалов! И... красный угол ринга. Приглашается боец клуба Olympic Boxing Club Рига. Никита Брицев! Гризикал, сделайте максимум шума, сейчас будет титульный бой! Ребят, у кого припаркована машина на зеленой зоне, вот там, на Акос улице, да, прошу переставить машину, пока не поздно, потому что приехала Паша Олдингерсполитс, и они готовы вам наклеить пластырь. Да, ребят, у кого на зеленой зоне именно стоит, по левую сторону, да, лучше там не ставить. Спасибо. Да, да, пацаны, экономьте бабки, лучше с девчонками, до свидания. Давай, давай! Вот это работа, молодец! Работай! Руками! Ай, Бога! 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 Бога!
Матей, руками. Аплодисменты, аплодисменты, Гризикалс, вам понравился бой? Гризикалс, вас не слышно, вам понравился бой? Другое дело. Победу в этом бою и чемпионом Латвии по категории пикслакс до 38 килограмм становится боец Красного Гурига Никита Бритин! И еще раз аплодисменты для молодого чемпиона Латвии! Гризикалс, Гризикалс, сделайте шуму! Это наше будущее! Это тот человек, который будет представлять нашу страну через 10 лет, через 20 лет!